If we want to win, we need a don't lose. Конечно, такой бычара. Привет, я Саша. If we lose, I'll beat you. I'll beat your ass. Всем привет, друзья! С вами Саша, и сегодня я хочу отправиться на баскетбольную площадку, чтобы показать парням, как играть в баскетбол. Я буду сегодня не сам, со мной будет мой друг Илья Крашко. Он на многих международных соревнованиях побеждал. Надеюсь, и сейчас мы сможем с ним одержать победу. Илья, пойдем? Покажем. Я в шоке с этого образа твоего, ты так в него входишь. И... Да, погнали. Давай попробуем показать теорию. Брозеры, не забывайте о моих друзьях БК Паримач, самый надежный спонсор на просторах YouTube, который дает лучшие коэффициенты для предстоящих игр NBA. А самая крутая новость в том, что по ссылкам в закрепленном комментарии вы получите бонус в размере 2500 гривен. Регистрируйтесь на Паримач по моим ссылкам, забирайте бонусы и вперед к победам! Нет, вот сюда поднимемся. Садись, здесь пацаны играют в баскетбол. Чем мы сюда пришли? Бумы, да? Ты уверен? Думаю, да. Давай посмотрим, оценим местных людей, как они играют. Хай. Хай. I'm Alex. Хайда. Хайда. Окей. You have a team? No. No. You want to play in basketball with us? We want to play. My friend have some formula for basketball. No, sorry. No. No. You don't have team and you don't want to play with us. Yeah, I don't want to play with you. Why? Why? I don't like play with you. Они все такие большие. Да ты что ж здоровый? Да я высокий, но это и все. Ты такого маленького роста, что ты хочешь показать этим буйволам? Я не знаю, попробую включить твою скорость. Это одна из формул. Формула? Да. Maybe one time we show you some formula. Okay, one time play. If you don't play good, you go another way. Okay. Hi, I'm Alex. Hello. You playing basketball? Yeah. Maybe We want to found some teams to play. Maybe you want to play with us? You look like you cannot play. No, but we learn. You learn. Here is not for learning, no. Not for learning? No. Попробуем использовать наши знания, которых мы тут всех превосходим. Я тебе больше скажу, мы только в знаниях превосходим их всех. Maybe only one more time. Okay. You look like you cannot play. No, we can play. Let's try one time. We need a chance. Okay, no problem. But if we lose, I will beat you. I'll beat your ass. Okay? Okay. Okay. Так, мы играем против них. Здравствуйте, Саша. Саня. Саня? Ты как что, Саня? Дороже, да? Только Даня. Бери его в команду, с ним выиграем. Он наверняка не захочет с нами играть. Сразу зажмыгалось, понял? Давай попробуем размяться. Здесь по-любому все выше, чем ты. И лучше скилловые, чем я. Даже проверять тут формулу, вот локоть, локоть, все. Все должно работать. Ты это в книжке вычитал или по телевизору увидел? Сколько тут кольца, кстати? Сколько кольца тут стоит? По высоте. По высоте? Мы за мяч кидаем, нет? Давай ты бросишь за мяч. Я не уверен в компетентности своей. Привет. Я Саша. Понял. We next? Really? 3-on-3? Oh, okay. I'm playing in basketball like this girl. I think. Maybe better. But I'm the best in NBA 2K, you know? Я возьму. Я понял, с такими мышцами. У него рука, как моя нога. Ого! Мы играем с Леброном Джеймсом. Киевским. Илья, может баскет не твое? А. Ёлки-палки. Дефенс, дефенс. Я буду защищаться с Вероникой. Так, а не, не буду? Нет. Понял. Ну это баскетбол, я же не знакомиться иду. Пробежка, правильно? Илья, как ноги держать? Ты же хотел сюда пойти. Как мне ноги держать, чтобы он меня не проходил? А что ты в ногу даешь? Я не верю тебе. Нет, точно промах. А у меня так получится? Фол. Или так не работает?
А что его никто не кроет? Так быстро? Ты не старался, мне кажется. А как надо поступать? Ну, очень так, поэнергичнее собери. Окей, guys, I have a new strategy. If we want to win, we need a don't lose. First of all. Number two. We need make more shots if we can. Ты меня заигрываешь, буду проверять теорию на практике. Ты ниже всех на этой площадке. Да не, вон там вроде есть, кто-то пониже. Илья, о чем ты мне говорил, когда мы сидели на скамейке? Надо выиграть. Сейчас я пробую формулу задействовать. Какую? За сон ставь, я попробую ворваться. Ну давай. Окей, you know our strategy? Yes. You remember? Привет. Какой у вас план? Привет. Скажите. У нас нету плана. Только вера в себя. Я беру самого большого. Так получилось, что я самый большой. It's a rap, I'm just trying to hit it once, I'ma take it to the back. Think she came in with a man, but she came in with me. Said she know that I'm the man. Said she got a plan, and she know me from the gram. Oh man, I think she might be a fan. Ты уверен в себе стал или что? Илюха, страхуй. Блокшот. Илья, как ты? Неплохо выучил. По формуле твоей же. Жестко. Брозеры, я хочу вам посоветовать вместе со мной поиграть в игру GTA Барвиха. Я играю на 4-м сервере и буду очень рад видеть вас в своей команде. Так как уже вам известно по моим видео с Ботаном или Дедом, кто играет в моей команде, обычно затаскивает катку. Огромное количество тачек с большим арсеналом тюнинга. Но больше всего я люблю Мерсы. Я буду на нем хасанить как в реальной жизни, потому что это топовая тачка, и я за то, чтобы было максимально как в жизни. В игре можно стать кем угодно, от бомжа до таксиста, полицейского и доставщика еды. А если включить смекалку и правильно вложиться, можно стать обладателем прибыльного бизнеса. Но главное это нам создать большую команду, чтобы захватить весь сервер. А большим плюсом этой игры является то, что можно играть с телефона, с любой точки мира и в любое время. Игра полностью бесплатна, поэтому за это париться не нужно. Переходи по ссылках в описании, качай эту топовую игру, используй мой промокод и получай отличные бонусы для легкого старта. Я страхую, если что, Илья. Пацаны непростые. Конечно, такой бычара. Сидит как всаженный. Проходи его. Так, куда? Одна за одной. Ну, кто ее кроет? Ну, капец. Кто ее кроет? В этот раз надо не так, как в прошлый раз. Давай, давай. Не сегодня. Началось уже dirty game. You know? Ты готов? Мы проигрываем уже 5 очков. Давай. Туда. Туда. Догоняем, догоняем, Илья. Да, по формуле прыжок какой-то, да? По амплитуде. Туда! You don't believe. А вывести? Не вывел. Меня из себя только. Проходи. Ай. Хорош. Посадил его на жопу. Ох. Ты и по прыжках, и по трехах по всему выступаешь сегодня. Как на выступлении, серьезно. Оу! Все, ты уходишь? Не твоя смена? Ты выше него, просто накрой его. Ты хочешь пару данков пацанам показать данки? Ну да. За счет маха руками можно выпрыгнуть выше, не имея никакой физухи. Ну типа с таким ростом что, можно далеко пойти вообще в данках? Через меня? Подержи мяч. На ты серьезно? Ну, да. Ты уверен? Он забил? Да не, да ладно. Серьезно? Ты забил только что? Положил мяч сверху. I don't believe, but I can saw. Туда.
Сочка Джеки Чана. Ай-яй, как сильно. Ты шо? Пацаны не верят. Что такое бывает? Спасибо за игру. Спасибо, вы удивили, конечно. Обычно часто так играете? Ну, мы так периодически просто прогуливаемся, можем зайти, ну, посмотреть еще футбол. Поиграем. Нас приглашают еще на баскетбол прийти. Здравствуй. Ой, шнурки развязались, погоди. Они постоянно развязываются на активных видах спорта. More defense, more defense. Это наш капитан. Видишь, он защищается. Я у него учился, поэтому и меня ты тоже не пройдешь. Можно и так, можно и так. Шито крыто, не ходи. Познань. Город в Польше. Попробуй сделать все так, как ты мне рассказывал, когда мы сидели там. Давай, заслон. Кроссовер. Оу! Да! Оу! Они ждали этого, поэтому я сменил тактику. Ты сделал сальто? Ё-моё. Оу! Оу! Не делай, дядя. Оу! Спасибо за веру. Оу! Они выше тебя на голову. Как? Оу! Ё-моё, как ты это выловил? Фух, я чуть не убился об тебя. Ты опасный защитник. О! Хотел заказать. Как-то так. Оу! Не понял. Спасибо. Спасибо за игру. В своих научных исследованиях я пришел к тому, что закон Ньютона о гравитации — это всего лишь опция. То есть это вовсе не закон. Да ладно. Ну да, вот я беру и выключаю эту опцию. И у меня гравитации нет, смотри. О чем он? О чем он говорит? Да ну! Ты откуда вообще? Откуда он? Что он творит? Это нереально. Nice, that's a good dunk, bro. It's not possible. Он не сделает. Брозеры, всем огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Это знак того, что оно вам понравилось. Поддержите это видео лайкосами,
так оно вам понравилось. И комментосы напишите. А также подписывайтесь на инстаграм Ильи. Его старую страничку заблокировали, поэтому вот здесь будет новое. На мою инсту тоже. Если вы хотите увидеть больше Ильи, пишите в комментариях «Хочу Илью». Ну, вы поняли меня. Вот. «Хочу Илью» пишите. Нормально? Нормально. Ну, я привык, когда мне пишут. Сегодня вместе с Ильей мы поняли, что гравитации не существует. Увидимся в новых крутых видосах. Всем пока. Это было красиво. Спасибо. Спасибо за игру, ребят. Я тоже. Ты оделся под цвет площадки. Это я нет, ты. Я, да. Да.